Не менее 9 колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров повреждены в результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО «Лукойл Ухтанефтепереработка» в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла 1000 квадратных метров. Огонь был локализован в 23 часа 20 минут на площади в 800 квадратов. Пострадал один человек, он госпитализирован. При пожаре на установке очистки дизельного топлива произошла серия взрывов с последующей поочередной разгерметизацией всех 9 емкостей колонн, сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в пятницу пожар на нефтеперерабатывающем заводе был полностью ликвидирован, к тушению возгорания привлекались 104 человека и 19 единиц техники, в том числе пожарный поезд.